Здравствуйте, друзья! Сегодня 9 мая, и мы на велокроссе. У нас в городском парке проходит велокросс. Вся дорожка по периметру парка обозначается вот такими ленточками. И вся трасса составляет примерно около 5 километров. На этот велокросс ехались спортсмены со всего Крыма. Будем наблюдать. Вот для этого события разбили такую вот площадку. Там у нас кафешки. Уже шашлыки жарят вовсю. Народ ждут. В 11 часов начало. Как это будет происходить, будем снимать. Идут тренировки. Там участники записываются, да? Велосипеды собирают. А вот зрителей немного. Может, еще подтянутся. Классный байкер. Такой вот кросс. Так, спортсмены уже выходят на тренировочки. О, велосипед, да. Ну, люди подтягиваются. Так, оп. Думала, будет только взрослая команда, смотрю, детей много, очень много детей. Тридцать три, мам! Детей готовят к старту. Дети младше, 2007 год и младше, дети 2006 год. 2005 и младше. Это больше строится, не надо. Куда ехать? Вот там вроде, это стартовый линия, где оттуда, сюда будет ехать. Дети 2005-2006 года, девочки 2005-2006 года, на старте уже старте. Старт будет оттуда. Вот с этими детками они вообще будут в большом игре ехать, да, а потом уже да. Детская трасса попроще. Таня, смотри. Вот у нас поменьше. Его не гоняем, за ним потихоньку едем. Удачи! Это у вас средняя группа, да? Младший юноша. А младший юноша. А сколько всего групп сегодня? Не знаешь? Нормально, стою. А у вас какая территория? Большой круг. Там. Три круга? Три по пять. А финиш где будет? Ребят, финиш-то знаете, где у вас? Мы ничего пока не знаем. А как ехать-то будете, если не знаете? Вон у нее младшие катаются. Не есть.
Я буду и вот это. Нет, пирожное мы сегодня есть не будем. Опять сейчас грязные все будете. Давайте сочники. Самый настоящий раритет. Самовар на шишках. Шашлычок. Спасибо. 300 рублей. 130 рублей. 100 грамм. Готовится старт. А вы уже проехали? Ага. Ну и как? Нормально. Кто победил? А это просмотровый. Так вы как, будет все-таки заезд, который... Да. Полчаса будет старт. Я не понял. Вы просто, то есть, посмотрели, как у вас будет, где трасса проходить, да? Угу. Так где у вас финиш? Вот тут? Где старт, там и финиш, да? Ага. В общем, вы тут и вернетесь. А по поляне сказок проезжали? Нет, у нас маленький. Тут для взрослых, да? 2, 6 кругов. М2, 6 кругов. М3, 5 кругов. Это девушки, 4 круга. Не сбивайтесь сами, лишних кругов. Не делайте. 30 секунд до старта. Понял. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Ну, поехали! Большой скоростью эти, конечно, идут, потому что это элита, это у нас спортсмены уже со стажем, старшие пройдут полностью всю трассу, 5-километровую, самая сложная трасса их, будут проходить вот здесь вот, и тут вот у нас по поляне, будем смотреть, наблюдать, нам здесь все должно быть хорошо видно. Ребят, наши чемпионы едут. Очень такая непростая.
дойдемте до к финишу. Будем смотреть теперь там. 8-4 финиш. Вау! Четвертое место. Наш спортсмен. Да? 18 спортсменов смотрит. Ну, все. Уже заканчиваются соревнования. Первые, вторые, третьи места определены. Скоро награждение. Ну, Валентин нам сейчас расскажет, как, что это за мероприятие, как оно проводится, как его организовывали. Пожалуйста. Официально это чемпионат и первенство города Армянска, посвященное освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. А по сути это один из этапов, Кубка Крыма. Потому что съехался весь Крым. По традиции тут у нас целый год идут эти этапы. И по результатам же за сумму всех этапов. Ну как организовывал как конкурс сам, получается, один из организаторов конкурса. Кто участвует? Каким образом собирали народ? У нас есть сайты специальные, на которых все это отслеживается. Все по интернету, все это ведется. Это не такой не сильно официальный, не государственный еще уровень. Мы уже на подходе к этому. Поэтому пока так. Народ собирается в интернете. Все это создается. Угу. Приехали все. Просто. Давай. А где все? Да кто с детьми? Сегодня спонсор у нас титановые инвестиции и партия «Единая Россия», Тимоша, иди. Городская администрация города Армянска. Что здесь? Ничего страшного, надо с грамотой торопиться. Левчук Алексей, занявший второе место. Ну, аплодисменты тебе. И первое место Шушпан Тимофеев. Ура! Самых мелких. Товарищ тренер, подходите, вас кто-то фотографирует. Ну что ты другую руку даешь? Тимофей. Общую фотографию. Рекорд армянский. Все, спасибо. А теперь с тренером давайте. Тренера подходим. Давайте. Подождите, тренера не стали. Улыбка. Все, всем спасибо за участие. В группе дети 2005-2006 года за третье место награждается Мащенко Андрей. Севастополь. Главный спонсор «Титан» и партия «Единая Россия». За второе место награждается Ефимов Кирилл. За первое место награждается Радубаева Матвей. Евпатория. Спасибо спонсорам, улыбаемся. Опять с тренерами. Васильевич, на память. Ой, опять. Это так, наверное, часа уже. До четырех, конечно, с Тарасовым. Так, тренера не видно, ну пропусти вперед. Васильевич.